И как тает мороженое, выдыхаем, все ненужное от нас уходит. Дорогие друзья, если противопоказания, их совсем мало, это если есть здесь беременные больше 7 месяцев, есть такие? Поднимите руку, мы за вас порадуемся. Если есть угроза выкидыша, да, потому что когда мы смеемся, мы, ну, работаем прямо на 100%, потому что йога смеха – это тренировка. Ну и также, если у вас после операции есть угроза кровотечения, то тоже нужно очень осторожно, лучше улыбайтесь, но не напрягайтесь, хорошо? Во всех остальных случаях мы смеемся на 100%, хорошо? Итак, делаем вдох. Вдох мы делаем, руки положили, в живот набираем счастье. А когда мы делаем выдох, мы поджимаем живот, как голодные волки. Хорошо? И сейчас мы будем откашливаться и выкашливать все, что нам надоело, от чего мы хотим избавиться. Даже от долгов, да? Даже вот от всех стрессовых ситуаций, от всей слизи, всего, что накопилось в нашем организме. Почему пусковидная реабилитация? Ну, потому что легкие очищаются, они становятся больше, больше мы поглощаем объемы кислорода, когда мы откашливаемся, когда мы вот делаем это прям сильно-сильно до конца. Итак, сейчас делаем вдох такой и с насосом будем откашливаться. Вдох, животик набрали воздуха и... Даже когда звука нет, голоса нет, да, мы откашиваемся до конца. Это напоминает смех, когда человеку даже закатывается, голоса нет, да. Но все равно легкие работают, и все из нас выходит. И потом делаем вдох, и мы больше объем принимаем воздуха, кислорода. Сейчас мы будем стеночки как будто от себя отталкивать. Итак, вдох. И... Хорошо, хорошо, до конца, до конца, до конца, до конца, до конца. И еще раз вдох, и мячики будем кидать. И вдох, и... О, хорошо, молодцы. Ну и знаете, наверное, что... Существует такая метафизика. И метафизика – это 95% результата для нас. И что мы проговариваем, что мы представляем, наше воображение, мысли, чувства – это 95%. А 5% – это то, что мы едим, это наши там добавки, воздух, что-то еще. Но 95% – это то, что мы представляем. Поэтому мы сейчас с вами будем наполнять, берем рог изобилия. Берем такой коктейль радости, в рог изобилия наполняем, и счастья, и здоровья, и успех, и горн этот поднимаем, и выпиваем, шире рот, чтоб все проникло. Еще раз наливаем сюда счастье, радость, гормоны красоты, стрессоустойчивости, уверенности, победоносности. Я молодец, я победитель, и открываем рот широко. И размешали этот рог и на друг друга. И поделились всем добрым, всем хорошим счастьем, радостью, улыбками. И у нас есть такая считалочка. И хо-хо, ха-ха-ха, хо-хо, ха-ха-ха, хо-хо, ха-ха-ха. Да, сильнее бейте, хорошо, хорошо. Да, лучший день, да, молодцы, молодцы, да, классно. Ну и потягушечка, мы все сейчас тянемся к дереву изобилия, вот такое денежное дерево. И тянемся, 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 давайте постоим на носочках. Животики подтянули, вот попки вобрали в себя, потянулись, потянулись, потянулись. И достали до веточки, и со всей силы дергаем, и на нас сыпятся пятитысячные купюры.
дел теперь сделать, да? Мы можем заниматься благотворительностью, мы можем чудеса дарить всем вокруг, да, и купить все, что нам хочется. Здорово. Но так посмотрели, нет, еще не все, что нам хочется, да? Еще не все, давайте еще раз подтянемся. Вдох, тянемся, тянемся. Тянемся, тянемся, стоим на носочках, выпрямляем позвоночек, ручки вот так вот немножко, лопаточки, как ангельские крылышки, они целуются, соединяются вместе. И до веточки еще выше дотянулись, дотянулись, дотянулись. И дергаем, на нас посыпались доллары, купюры, ура! Можно ехать в путешествие. Классно! Ну, еще раз потянулись. Давайте сразу две веточки постараемся взять. О, тянемся, тянемся, тянемся. Тянемся, стоим на носочках. Стоим, 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 тянемся. И дергаем. Опа! И валюты всего мира на нас посыпались. Я даже не знаю, даже что это за денежка. Классно, но пригодится. Да? Юани, евро. Ой, такой целый денежный дождь изобилия. Классно, ребята, что мы можем сделать с этим всем? Сколько мы можем теперь сотворить добрых дел, чудес, помочь очень-очень многим людям? Здорово! И теперь давайте нашу считалочку сделаем, вот как индусы делают, вот так, крылышками. Хо-хо, ха-ха-ха, хо-хо, ха-ха-ха, хо-хо, ха-ха-ха, да, хорошо. Хорошо, да, лучший день, да, миру мир, миру мир, да. А почему миру мир? Да, потому что йога смеха, она действительно способствует миру во всем мире, потому что только чем человек наполнен, только этим он может делиться. И, друзья, солнце внутри нас, и мы вот такими лучиками солнца сейчас вокруг себя светим, и друг другу их посылаем, и смеемся, и радуемся. Вот такие вот солнечные стрелы друг другу кидаем. Стрела добра, стрела счастья, стрела здоровья, стрела успеха, стрела уверенности в себе, стрела изобилия, стрела процветания. Вот такие вирусы смеха. И тогда никакие вирусы другие к нам не проникнут, потому что мы счастье, потому что мы делимся, распространяем вокруг себя здоровье, радость, успех, уверенность в себе, успех, и мы что, лучше всех? Давайте возьмем еще стрелу желания, увидим мишень, да? Вы все знаете, что сейчас дни силы. Это праздники, Новый год, Рождество, Старый Новый год, там будет еще крещение, дни рождения. Это все, вот январь, это вообще все дни силы. И то, что мы загадываем, это исполняется волшебным образом. Поэтому берем лук, стрелу натягиваем, и мишень смотрим, и что мы там хотим себе, представили. И запускаем стрелу, она попадает. О, ес! Вы победители, у вас получилось! Давайте еще одно желание. Итак, берем лук, берем стрелу, натягиваем. Желание успели загадать? Смотрим, мишень, какое желание? Молодцы, классно, классно. Кто чемпион? Скажите, я чемпион. Кто победитель? Я победитель. Молодцы, молодцы. Победители, триумфатор, герои, молодцы. Но еще одно желание. Бог любит троицу, да? Ну-ка, подумали, подумали. И? Все придумали желание? И? Там написано, мы должны в него попасть, чтобы он исполнилось. Берем лук, стрелу и растягиваем. И запускаем. Попали. Здорово, здорово. Где ваши желания исполнятся в этом волшебном, счастливом 2023 году?
Классно, здорово. Ну, а теперь мы с вами идем в театр, и нам предлагают, чтобы нас принять в артисты, нам предлагают взять и какие-то маски. И мы тянемся, тянемся, тянемся за этой маской и одеваем, и изображаем. Ой, какая гримаса! Снимаем ее! И расстаемся. В жизни бывают такие гримасы. Расстаемся навсегда. Тянем другое, тянем, 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 тянем. Царевна не смеяна! Снимаем, расстаемся! И тянем другую маску. Что же мы сейчас увидим и изобразим? Одно из упражнений, когда был конкурс смеха, это смеяться и крюкать. Ну-ка попробовали. Кто не умеет посмеяться над собой, учитесь, это самое лучшее искусство. И потянулись, еще, тянемся. Что там у нас еще, какая маска? О, утенок, привет! С Новым годом всех! Расстаемся с этой маской. И сейчас посмотрим, что же еще у нас тут будет. А, это вот такой смехоёжик. Когда мы смеемся, вы уже обратили внимание, да, что мы смеемся на букву А и широко держим открытый рот, да, смеемся, широко держим рот открытый, выдыхаем до конца, мы это все в процессе сейчас уже с вами обговаривали, и включаем еще тело в дело, хорошо, и давайте сейчас все вместе сделаем, а я вам сейчас покажу еще одно чудо-юдо. Кто хочет увидеть чудо-юдо? Самое веселое, самое классное. Вот оно! Вот оно! Чудо-юдо! Ой, какая вот у меня красота! Приветствует вас! И теперь включаем тело в дело и смеемся. Делаем, открываем рот широко. А, чтоб рот не открывался, кулак в рот. А, и смеемся до конца. Тело в дело включаем. Ребята, ребенок в день смеется до 500 раз, а нам вот эти вот уставы били в голову, да, смех без причины, признак дурачины. На самом деле, наоборот, хотите быть счастливыми, изобильными, богатыми, здоровыми, молодыми. Надо как можно больше смеяться, это фейсбилдинг, наша радость, это наша радость в глазах, которая привлекает окружающих. У человека веселого всегда ему сопутствует успех, потому что он привлекает к себе людей, он примагничивает к себе, люди тянутся к счастью, как солнце, поэтому это, конечно же, здорово. Хорошо, ну а теперь давайте
Давайте с вами сейчас немножечко включим право-левое полушарие. Да, сделаем несколько упражнений. И сделаем вот такой у нас будет зайчик. Ушками поприветствует. А этот будет вот так ушки делать. Да? Или такого еще вспомним. Ну, давайте. Раз, два. Тут два ушка. Зайчик, а это пальчик. Раз, два. Раз, два. Меняем. Раз, хлопок. Два. Раз, два. И раз, два. И раз, и два. А теперь два зайчика встретились. Этот ушками приветствует вот так. А этот, радуется, привет. И приготовились. И одновременно делаем. Или по очереди вначале. Давайте по очереди. Раз. Два. Раз, привет, привет. Ура, ура, привет, привет. А теперь одновременно и меняем. И раз, два. 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 Профилактика деменции. Кстати, йога смеха, да, одна из функций, это тоже профилактика деменции. Да, классно, классно. А давайте вспомним с вами, помните, соку-соку, бачи-бачи, соку-соку, плечи, вира-вира, соку-бачи, соку-вира, соку-бачи-вира. И соку-соку, бачи-бачи, соку-соку, вира-вира, соку, по разу, соку-бачи, соку-бачи-вира. Соку-соку, бачи-бачи, соку-соку, вира-вира, соку-бачи, соку-вира, соку-бачи-вира. Вам домашнее задание, в следующий раз мы будем это делать под музыку, и уже будет быстрый темп. Просто сейчас себе запишите по два раза кулачки. Соку-соку, ладошки, бачи-бачи, соку-соку, вира-вира. А теперь по разу. Соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. Запомнили? По два раза кулачки, два раза ладошки. Опять два раза кулачки и плечи. И по разу. Соку, бачи, соку, вира. То есть то же самое, только по разу. Кулачки, ладошки, кулачки, плечи. Хорошо? И соку-соку, бачи-бачи, соку-соку, вира-вира, соку-бачи, соку-вира, соку-бачи-вира. Сейчас мы сделали в среднем таком темпе, но тренируемся, развиваем свои правое и левое полушарие, развиваем память, тактильность, пальчиковую гимнастику включаем, делаем это с детками, со своими членами семьи. И в следующий раз мы это сделаем под музыку, в следующее воскресенье, хорошо? И уже в более быстром темпе, хорошо? Ну ладно. А теперь, ребята, мы с вами попоем звуки, потому что пальчиковая йога смеха – это и дыхательная практика, это игра техники различные, которые мы с вами сейчас занимались, это дыхательные практики, это голосовые упражнения, а также это смехотанцы, смехопесни, как вы знаете, многое другое. Поэтому каждый день у нас все разное. И сейчас мы набираем воздух, животик, таки забеременели, вдох. Животик именно, плечи опущены. И поем звук А, вдох. Тянем, тянем, вот пока вот прям вот до конца, чтобы, знаете, как под водой плывешь, плывешь, а потом уже нет воздуха. И потом уже опять заныривать, да? Хорошо. Звук О. Вдох. Можно глазки закрывать, на межброви акцент. И вдох. Держим. О. О.
хорошо. Если у вас головокружение и там зевот, это хорошо, все знаки, что вы делаете все правильно, кислород поступает, если хочется откашливаться, слизь выходит, это тоже классно. Знаете, одна из причин, когда уходят из жизни лежачие больные, знаете, что это не сердце, на самом деле, не то, из-за чего они лежат, а именно причина, то, что застой происходит в легких и отек легкого, например, или легких, когда человек не может садиться, переворачиваться, вставать, двигаться, и у него вот эта слизь вся накапливается. Воспаление легких тут происходит не от простуды, именно от застоя. Поэтому во время упражнений, когда вы смеетесь, когда любое упражнение вы делаете, и вам хочется откашливаться, вот прям с радостью это делаете. Хорошо? Так, АОУ, вдох. И поехали. Вспоминаем голодные волки, да, все у нас выдыхает, все вот так вот уходит. То есть, когда мы делаем вдох, у нас живот нарастает. Вот очень многие наоборот, вдохните. И некоторые, знаете, как говорят, и наоборот, у них втягивается живот, плечи поднимаются, грудь, а тут надо просто все сделать наоборот. То есть, поупражняйтесь это лежа. Вот когда вы делаете вдох, положите на живот, например, книгу, и она у вас должна подниматься. Вот сейчас руками А, О, У, И. Итак, вдох, и животик набирает счастье, радости. И животик потихоньку начинает утягиваться, утягиваться, тянем. Сдувается, 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 как матрасик сдувается. Сжигает все ненужные калории, все ненужное уходит, уходит, растворяется. Вот, растапливается, да, да. Молодцы! И звук «э». И все стараемся еще делать на улыбочке. И вдох. Уже голоса нет, а мы все равно додавливаем из себя этот воздух. Ну, теперь с любовью к себе, да? Буква «Я». Последняя буква в алфавите, но самая наша главная, любимая, да? В Библии сказано, кто будет, да, кто был последним, будет первым. Сейчас набираем для себя как можно больше всего добра, что вы для себя желаете. Да, всего-всего самого наилучшего, самого доброго, здоровья. И на улыбке звук «Я». Вдох. Задержали. Я. Делаем, прям набираем много гормонов радости, да. Чтобы у нас наши воины, защитники, о которых я вначале рассказывала, чтобы они поглощали все вирусы, бактерии. Кстати, на Ютубе посмотрите, я вот после этого залезла на Ютуб и смотрела, как эти воины вот прям вот бегут, и макрофаги, и поглощают эти бактерии. А сейчас звук «Я» с любовью друг к другу, к этому земному шару, во имя мира во всем мире. Отняли земной шар. Мира всем. Вдох. Я. Oh,
Вот наш посыл мира, света, добра, он объединяет людей, он заряжает этих людей. И даже когда мы что-то проговариваем доброе, хорошее, и посылаем друг другу гормоны радости, мы сами заряжаемся. И наша кровь, она на 90% состоит из воды, наш мозг на 85% состоит из воды. Даже зубная эмаль, кости, они содержат воду. А вода, как известно, имеет память, и она запоминает. И мы структурируем свое тело гормонами радости, выгоняем, расстаемся со всеми стрессами. Психологи, они говорят, они любят копаться на болевые мозоли, там, давить, там, что-то вытаскивать, там, давать вам плохие, чтобы вы смаркивались. А йога смеха высмеивает все проблемы. Поэтому проблемы со здоровьем – больше смейтесь. Хотите быть красивее, моложе – больше смейтесь. Хотите быть более уверенными, повысить свою самооценку – начинайте смеяться. Вы увидите, как люди будут тянуться и брать с вас пример, потому что все тянутся к счастливым людям. Хотите больше иметь денег – да, то же самое, больше смейтесь. Высмеивайте свои любые проблемы, и заряд энергии, он будет в вас вбираться. Вы впитываться, вы просто такие будете энерджайзеры, все захотят, как телефон сотовый, да, надо подключить от розетку. А в розетку вы будете той розеткой, тем энерджайзером, к которому будут тянуться люди. Классно, здорово, конечно же, друзья. Ну, а сейчас в конце у нас минута смеха. Можно, конечно же, лечь, и тогда мы хо-хо будем делать ножками, хорошо? Кто ко мне идет лечь, вы можете... Что вы можете? Вы можете сесть. Ну и сейчас у нас будет минута смеха на все буквы, которые мы сейчас пропели. Смейтесь на О, смейтесь на Э, на И, на А, конечно же, на любые, на И, на любые-любые. Итак, ложимся. И минута смеха. Кто у нас чемпион смеха? Скажите, я! Ha 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 ha